Девочки мои дорогие, если вам мужчина не отвечает, вы ему звоните, он не отвечает. Ну, о чем это говорит, дорогие мои друзья? Ну, наверное, говорит о том, что вы ему не нравитесь. А еще о чем же это может быть? О чем же это может говорить? Скорее всего, вы ему не нравитесь. Вот так. Как бы ни было это грустно, и со мной такое происходило. Ну, а что делать? Что делать? Значит, нужно забить на такого мужчину. Послать его куда подальше. Ну, а что еще можно сделать с таким мужчиной? Просто послать на все три веселых буквы. И все. Всего вам доброго, мои друзья. До новых встреч на моем канале.